Шел 1923 год. Что это? Что это? Верблюд. Тише, тише. Верблюд полосатенький. Гражданин, поправьтесь. Прошу извинить. Приношу самые глубокие... Ты что это? Ты что от меня хочешь? Тебе нельзя. Ты еще маленький. Ты попончик. Ихтиозаврик ты мой, и драгоценный. Познакомиться хочет. Какой маленький ихтиозаврик. А у меня тоже есть такой же. О, о, а? И да, а? Такой же маленький. Отдай часы! Куда? Давай обратно! Чатики слопал! Папочки, мамочки, что вы стоите? Он же мои часы слопал! В чем дело? Что такое? Что случилось? Это дайте пройти граждане. В чем дело? Ихтиозавр несчастный! Часы мои слопал! Ваши часы? Мои. Возьмите и пошли отсюда. Куда? Давайте, давайте, не рассуждать, пошли. За что? Я давайте. Же честный, кустарь, пошли. Одиночка. Пошли. А, одиночка, честный. Я не знаю, что это такое.
Налітай, налітай, по гривенечку, по гривенечку, по гривенечку, налітай. Ай, крамбоні, Ченко! Да. Камеру. Слушаюсь. Заходи. Мои драгоценные, помогите, заради Бога. Ты что, пьяный, что ли? Голубь, милый, голубь. Товарищ начальник, отпустите меня отсюда. Меня дома дети ждут, а я вам за это часики подарю. Глядите, какие часики тикают. Хорошие, славные часики. Ой, ограбили, ой, караул, ограбили, ой, люди добрые, ой, где же часики-то мои, отдай часы мои, отдай, ой, спасибо, милый, ух ты драгоценный, симпапончик мой дорогой. Дай я тебя поцелую.
ну выметайся, шпана. Слышь? Ну? Ну что, Петька Валет? Опять? Да. Скажи, пожалуйста, который раз ты у меня в пикете гостишь? Кажись, седьмой? Кажись, пятый. А не врешь? Ну, что вру, не знаю. Вам виднее. Ну, ладно. Что украл-то? Гуся. Ну, что же вы не досмотрели, товарищ Ткаченко? Товарищ начальник, я один на весь рыбный ряд и хлебобулочные изделия. А при таком скоплении народа ничего не видать. Могу идти только на звук. Побежал я на крик торговки Кандыбы. Прибегаю, а его уже физически начинают. Стал я его оттаскивать, и мне досталось. До сих пор почки болят. Так вот, резолюция моя такова. Отослать тебя, Петр Валет, на предмет воспитания в детский воспитательный приют имени Клары Цеткин. Понял? Понял. Согласен, значит? Ткаченко! Да. Обыскивал его? Нет. Ну, так обыщи его с ног до головы. Нет ли при нем оружия или, в крайнем случае, каких-нибудь драгоценностей? Товарищ начальник, но то, что мне такой шпане руками прикасаться. Но не могу же я каждый день в баню ходить, очереди выстаивать. Ну вот я сегодня 20 таких профессоров обыскал. И кроме вшит в кармане блохи на аркань, ничего нет. А ну иди сюда. Ну, признавайся, оружие у тебя есть? Ага, пулемет. А драгоценности имеются? Ну, а как же? Золото, серебро. Ну, и то, и другое. Да. Так вот что, товарищ дорогой. Ткаченко, возьмешь эту квитанцию, так, зайдешь на улицу Веденского и сдашь этого миллионера детский дом имени Клары Цеткин. Слушаюсь. Ну, шпана ненаглядная, пошли. Стамбульский Петрушка! Ха, салам, начальник, здравствуй, дорогой! Заходи, гость! Ишь ты, а! Ты что, хотел от меня сейчас сигануть? Да нет, дяденька, у меня и в голове-то этого даже нет. Почему? Да потому что полного права такого не имеете даже думать меня об этом заставлять. Хоть из пистолета стреляйте, и то не побегу. Отвязаться от меня хотите, да? А ну, уведите меня куда следует по закону, а то жаловаться буду! Вот безобразие, а! Ну, сколько раз вас предупреждал, что вы сменили эту буржуазную вывеску? Слышь, пойдем чаю попьем или квас. У меня прям все нутро горит. И почки к тому же. А я, между прочим, не привык по трактирам шляться. Если хотите, идите один. Только смотрите, не сбегите. Да ты что? Я даже такой привычки не имею. Эй, Кузьмич, сошел бы на меня? Некогда, мол, даван поговорить. О! Thank you.
Скажите, дяденька, где чайная Милана, а? Не знаю. А зачем тебе? Ну, скажи, чего вам? А какой Милан? Ну, такой с вывеской. Ох, с вывеской. Ага. О, ну, тогда знаю. Где? Вот сначала пойдешь прямо, ага. Понял? А потом направо. Ага. Потом опять прямо, ага. А потом налево. Ага. Потом вбок, а потом навок. И не доходя упрешься. А как ты вбок-навок? Вот так, дура. Да я тебе... Сидишь? Сижу. Все-таки есть порядочная шпана. Вот тебе пончик. На, за твою порядочность. Ну ладно, пончик пончиком, а этот не обязан по три часа вас ждать. Ну извини. Понимаешь, я вот выпил 6 стаканчиков, закусил пирожком, а теперь и идти можно. Тюрьма какая-то. Открывай свои. Не успрошу. Здорово. Хлопцы! Фрея ведут! Вот. Вам расписка нужна? Не надо, я вам верю. Ну, прощай, шпана ненаглядная. Нет, вы все-таки расписочку напишите, что я вам привел. Знаете, а то подумает, что убежал. Пожалуйста. Ну? Петр тебя зовут? Петр. А ну-ка, подойди поближе. Вор. Чего? Вор, я говорю. Вор. Так. Это ничего. Это бывает. Поживешь человеком будешь. А теперь надо тебя в более такой, что ли, вид привести. Рука болит у тебя? Нет. А что ж держишь в кармане? Вынь. Человек должен вот так стоять. Миронов. Да, Федор Иванович. Отведи-ка новенького к Рудольфу Карловичу. Ага. Пошли. Ну. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Ты отмыться будешь. С мылом и мочалкой. Ну, давай, ну, давай. Ну, какой глупый мальчик. Ну, ну, ну. Сейчас я тебе покажу фокус-покус. Смотри. Ай, цвай и трай. Лезь. Во! Сюда, лезь. Во!
А как тебя звать? Ваня, Федя? А как? Вова. А, ну так я и думал, что Вова. Такой водой диктант писать можно. Ты, наверное, годов 5 не был в бане. А теперь, Вовочка, я тебе скажу, ты сиди и отмотай. А когда горячо будет, скажи, я закрою. Понял? Извозчик, убийца. Это интересно. Вчера ночью в губернском переулке была обнаружена брошенная пролетка, на сиденье которой найден труп. Горячо! Вот ты с ума сошел! В такой воде курицу сварить можно! Ну чего ты молчал? Ну, глупый мальчишка какой! Вова. Вова, ну, сиди ты смирно. Ну, кому я говорю, Вова? Ну, кто ты? Я тебе сейчас новый костюмчик принесу. Зачем ты воду выливал? Это вредно сидеть голым в ванне. Ты простудишься. Ой, хулиган ты какой. Что такое? А у тебя из рота торчит. Что такое? Что ты такое спрятал? А ну разожми рот, ну что ты там спрятал? Что за жвачка такая? О! Ну скажи мне, зачем ты пробку в рот совал? Ведь металл разве можно кушать, а? С голоду я. Ты голоден, бедный, бедный мальчик, голоден. Так скоро обед будет. Будет суп, будет каша, будет компот. А пробка? Она ж металлическая, ну. Что с тобой, Вовочка? Вовочка, что с тобой? Я сейчас! Я сейчас, сейчас, Вовочка! Ой, где же, куда я положу? Нет, это не то, валерьянка не годится. Ну, куда же я просто поставил на шатырный спирт? Вот всегда так, как надо. Вова! Вова! Вовочка! Ну, подожди, ну, пусти. Ну, подожди, ну, дыхни на шатырного спирта. Дыхни, ну вот. Ой. Ой. Как ты меня напугал. Как ты меня напугал. Деточка, Господи. Ну и гораздо ты, братец, шамать. Да хватит тебе питать. Сам, что ли, не был таким поросенок, обжора. Слон, ей-богу, и то меньше жрет. Ах ты, поросенок, оставь его питать.
такое? Что такое? А ну сели! Кому я сказал сели? Кто тебя там? Вон эта сволочь ударила. А ну встань! Кому я сказал встань? Запомни, что я скажу. Драться нельзя. На улице можно было драться, а у нас нельзя. Понял? А в наказание выйди вон, до конца обеда. Вон-вон, из столовой вон. Федор Иванович, новенький не виноват. Вот что. После обеда пойдете купаться. Смирно! Ну как, построились? Только чтобы никаких выходок не было. Соблюдаем честь Клары Цеткинцев. Договорились? Рогаток ни у кого нет? Нет! А ну, вывернули карманчики. Показали рогаточки. Ну-ну. Так, так. В следующий раз. Ну, карманчики. Нет. Так, хорошо. Ну-ну. Ну, Федор Иванович. Что, Федор Иванович, в следующий раз. Ну, хорошо, так, хорошо. Ну-ка, ну-ка. Нет, ничего нет. Это не мое. В следующий раз. Так, хорошо. Ну-ну, так. Ну, карманчики, карманчики вывернули. Угу, хорошо, выйди. Так. Так, хорошо. Ну-ну, карманчик. В следующий раз. Как, и новенькая идет? Нет, новенькая пусть сегодня отдохнет. А также Пятаков. Пятаков! А ну, давай. Ну, Федор Иванович, я больше не буду. Выходи. Нале! Бу! Шагом марш! Здесь приготовлен. Рядом со мной спать будешь. Ты что? Никогда на подушках не спал? Какой ты неинтеллигентный. Во, гляди, учись. Спокойной ночи.
Одевайся. Быстро. Пришли за тобой. Кто? Из милиции. Быстренько одевайся. Давай сюда. Что? Ну ладно, ладно, сам знаешь что. Давай быстро. Не понимаю я тут вас. Довольно тебе дурака валять. Довольно дурака валять. Давай часы. Не производи. А где часы? Ладно, 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 ладно. Советская. Товарищ начальник. Что у тебя? Карманы у публики чистил. Простите, ложь. Никогда в жизни. Клеветас. Ошивается каждый день на базаре? Я вот отдыхаю. Да, отдыхаю. А я говорю, что он работает. А чистил у тебя 5 на базаре, наверное. Слушай, Ткаченко. Да. Уведи его отсюда. Слушаюсь. Давай. О, заглянул мимоходом. Ладно, давай, проходи. Что же происходит? Проходите. Гражданин начальник, я обдужал. Ты этого гражданина знаешь? Первый раз в жизни вижу. Врешь. Ей-богу, первый. Врет. Угу. Второй. Гражданин Кудеяр Семен Семенович заявляет... что, находясь в состоянии сильного опьянения в камере нашего пикета, у него были похищены золотые часы. О, золотые? Здорово. И эти часы похитил ты. Я? Да, ты. Он. Да ну, чепуха какая-то. Как я мог взять у него часы, когда я сидел в одиночной камере на замке? Короче, отдашь или нет? Да что вы к человеку привязались? Не видел я никаких часов и видеть не желаю. Ткаченко! Да. А ну-ка, обыщи этого шкета. Так этот шкет мне знаком, он со знаками честный. Что я сказал? Товарищ начальник, я один на весь рыбный ряд и хлебобулочные изделия. Если я каждого буду... Ткаченко! Ох. Ха, честный. А у этого гражданина часы стибрил. Угу. Он стибрил. Какие часы, врет? Не было у него никаких часов. Откуда у него были, часы? Были. Вот одна только цепочка осталась. Ну и что, что цепочка? А вот что? Ткаченко, а ну-ка обыщи его. Не имеете права, а ну... Боится. Обыщи. Слышь, Ткаченко, обыщи. Не трогай. Чёртова работа. Ничего нет. Да... Прости, ошибка вышла. Ткаченко? Да. Отправить мальчика в детский приют имени Клары Цеткин. Мы не имеем права его держать здесь. Ясно? Я же намекал, что честная шпана. Давай. Пошли. Честная шпана. Чатик слямзил. Эх, гражданин Кудеяр, совести у вас нет. А ну, поберегись! Веселее, ребятки, веселее, дружнее. Так, хорошо, осторожнее, осторожнее. А, Петя, ну что, вернулся? Все в порядке? Так. Видишь, 100 кубов навалили. Как о вас чертеня так заботятся. Осторожней. Так, осторожно. А ну-ка, Петя, помоги. Ноги. Пятку бревном отдавили.
тебя зовут? Сама! Вот дура. По голове бревном как заехал. Давай тачку. В прошлом году я столько поленьев в торговкам сплавил. Да слава богу, и сейчас на всех хватит. Куда это ты ходил, Петька, а? Куда-куда? Фантик играть. Ты что это, Петька, а? Что с тобой? Ишь ты, что наделал, скотина, а? Кто же это? А может, Пятаков? Пятаков? Опять Пятаков. Федор Иванович, там Петьку заминуют. Ну-ка, ребята. Навались! Восемь. 216 пудов. А может, 127 фунтов? Ага, 127 фунтов. Пуды и фунты. Стыдно в твоем возрасте не знать даже таблицу умножения. А вот реши такую задачу. Привезли, скажем, 100 сажений дров, по 120 поленьев каждой. Если каждое утро сжигать по 18 поленьев, а каждый вечер по 12 поленьев, то за сколько дней можно сжечь все дрова? Утром по 18, а вечером по 12? Да. Так ведь 12 плюс 18 будет 30. Ну что ж, а младший класс? Петька, за зиму сожгут, за зиму. За зиму? Да. Можно? Да, заходи. Мне плохо бы дрова в сарай перетаскать. Федор Иванович. Дровишки, говоришь? Да. Дождик надолго. Вот субботничек устроить, Федор Иванович. Субботник? Так, так, так. Thank you.
Ничего, будет похолоднее, мы это сожжем. Спасибо, ребята. Молодец, товарищ Петя, постарался. Спасибо. Складывайте в поленницу, ребята. Сорок и пять лет. Тяжелое воспаление легких. Организмик, вы знаете, какой? Так, так, так. 45. Надо же. Фу. Послушай, я тебе давно хотел сказать. Ты Пятакова помнишь? Ну? Его в колонию отправили, пока доболел. Очень рад. Лезть не будет. А за что? За что? За дрова. За какие? За какие? Сам знаешь, за какие. Ведь все тогда на Пятакова подумали. Ведь он у нас раньше с дровами ловчил. А ведь этот ты у нас дрова воровал, а не он. Как воровал? А что ж ты в первую ночь во дворе делал? Фантики играл. Следует тебе пойти к Федору Ивановичу, во всем сознаться. Что? А если из-за тебя товарищ гибнет, ты что, предашь? Это ты брось, предашь. Думаешь, испугался? Да меня хоть сейчас в тюрьму отправляй, понял? Что такое? Кого в тюрьму? Нет, ничего, Рудольф Карлович. Ну так просто. Ну, одним словом, бывай здоров. Ну, беги. Да, тебе еще температурку надо смерить. А Федор Иванович здесь, а? Не знаю, брат, сам его жду. 20 минут. О, выздоровел? Молодец. Здравствуйте. В чем дело? Подожди минутку. Я из детской трудколонии по поводу вашего бывшего воспитанника Георгия Пятакова. Дело в том, что вчера ночью Пятаков бежал из колонии. Да. Опять воровать будет. Он у нас с дровами натворил. Ох, Пятаков, Пятаков. Документы получите в канцелярии. Да, до свидания, Аня. Ну что, с чем пожаловал? Да я... Ну что, говори, что? Книжечки у вас не найдется почитать? Книжечку? Ну что ж, найдем. Слушай, Петь, ты Федор Иванович был? Ну, насчет Пятакова. Был. Молодец. У мамы Луша. А ты таблицу умножений хорошо знаешь? Конечно, хорошо. У Лары мыло. Она сама мыла раму. Тихо, ребята, тихо, тихо, тихо. Теперь следующий вопрос. Выбор старосты по хозяйственным делам. У кого какие предложения? Можно мне? Давай. Ребята, я предлагаю... Тише там. Ребята, я предлагаю старосты по хозяйственным делам Петьку. Почему? Почему? Почему?
каким данным его предлагают. Вы же сами видели, как он на субботнике. Он же считать не умеет. Парфин, можно мне слово? Товарищи, я поддерживаю. Лучшего староста нам не найти. Вы видели, как он активно работал? Ведь это же он субботник организовал, он его наладил. Тихо, ребята, тихо. Давайте голосовать. Кто за? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, 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 три, четыре, пять. Единогласно! Петька, когда на кухне дрова отпускать будешь? Дрова? А ну, ребят, валите, валите отсюда, давайте быстро, быстро отсюда, я в первую очередь дрова буду на кухне отпускать, а вам все завалите! Что ж так сидит? А ну, вали отсюда! Давай! Ты куда дрова набираешь? На кухню? Ага, давай тогда. Давай, больше можно. Так, еще. Куда же так много? Иди так. Ничего, ничего донесешь. Сейчас. А ну, пошел. Ты хватит тебе, и так жарко. Елена, как баня? Жарища? Ничего, ребят, полезно. Фу, ночью холодно, днем жарко. Фу, жарко. Ближе к экватору увеличивается количество осадков. В пустынях появляется трава, отдельные деревья. Зона пустынь постепенно переходит в зону саван. Сова? Ребята, а почему вы разделись? А ну быстренько всем одеться! Я кому говорю всем одеться? А ну быстренько всем одеться! В саваннах два времени года. Дождливое лето и сухая зима. Сухая зима. Петька, к тебе на свидание пришли! Брось пушку заливать. Честное слово, сам пойди посмотри. Вот
Вот он! Нашел я тебя! Здравствуй! Голубь ты мой, душечка! Деточка ты моя, драгоценная! Нашел я тебя! Зачем вы пришли? Проведать пришел. Гостинчик принес. Восточная сладость. А вот, где она? Рахат Луков называется. Да, поешь, драгоценный ты мой. Сиротиночка ты моя. Возьми. Не нужны мне ваши сладости. Уйдите. Кто уйдите? А уйдите. Вот часики ты мне отдашь? О, несчастный. Что случилось? Ты, дяденька мой, из сумасшедшего дома. Уведите его и не пускайте больше, Федор Иванович. Забери, мил человек, забери, Федор. Часики мои, золотые, украл. Мамочка! Ну-ка ты, папочка! Папочка! Не шумите! Папочка! Папочка! Ну-ка иди быстрее! Давай, не поворачивайся! Давай, иди! Давай, и не пускайте его сюда больше! Вор! Вор! Варюга! Федор, сиди ровно. Тебе ж так неудобно писать. Нет, неверно. Ну, посмотри. Посмотри внимательно. Так. Получается? Петька. Ну? Знаешь, что у меня есть? Что? Во, видишь? Ух ты. Погоди. О, вот это да! И да. Вот красивая штучка. На, дарю. Спасибо. Ты что делаешь-то? Веснушки на зиму стираю. Так, сначала зайдем в магазин, краски купим. Угу. Ну, а потом по городу погуляем. Ага. Вова! А? Вовочка, постой. Вовочка, пойдешь на базар, купишь мне метелку, щетку и мочалку. Хорошо, вот, Рудольф Карлович. Ну вот. Рудольф Карлович. Можно я вместе с ним пойду? Ну, иди. Да, Петь, мне тетка с Тамбова 3 рубля прислала. Может, вечером на карусель покатаемся? Покатаемся. Катаемся.
Семечки, семечки, жареные вкусные семечки. Вкусные семечки, жареные семечки. Покупайте жареные семечки. Вкусные проверим. Семечки. Ага. Скорее, скорее. Давайте к нам на крутец. Быстрее. Скорее. О, глянь. Садятся, садятся. Эй, девчонки, приходите к нам сюда поближе. Пойдем. Кролики. Сами вы кролики. Да не бойтесь, мы не кусаемся. Знаю я вас. Ничего вы не знаете. Трусики. Просто знаю, а боитесь. Не знаю, чего бояться. Приходите нам поближе. А у нее а как звать? Наташа. А меня Петька. А как? Как а ее звать? Где дома? Совсем наоборот. Значит, звать Наташей. Вот познакомились. А вы где живете? Я-то в детдоме. В каком? А, в декоративном. Это в каком? Ну, это в таком, для особо нормальных людей. А кисель вам дают? Да, кисель дают, а компот дают. А в детдоме у вас весело? Очень весело. А вы домашние, а? Домашние. А отец ваш кто? Рабочий или кто? А? Наташа. Ай, давай, Фафель. Да кто это на тебя столько нагрузил? Это потому, что человек я очень принципиальный. Смотри, все дрова сожгли, в рюхе играть будем. Слушай, что бы ты делал, если бы нашел, ну, скажем, золотое кольцо? Что бы я делал? Ясное дело, отдал бы тому, кто его потерял. А если бы ты не знал, где он? Ну, ты что, кольцо нашел? Ну, нет, так просто. Ну, что? Ну, я бы... Милицию надо сдать, вот что! Ты что подслушиваешь? Это вы меня подслушиваете, я раньше вас пришел. Ребят, заткнись в подушку. Пятак? Слушай, Пятаков, ты дрова помнишь? Ну? Ведь это я во всем виноват. Я тогда разворотил. Он виноват, он разворотил. Вот дура. Ты прости меня. А ну, гони часики. Быстро гони, ну! Какие часики? А вот такие. Они ж не твои.
Гони, тебе говорят. А ну пошел ты. На, бери. Ну, бери, бери. Да. На. Закрыт по случаю болезни хозяина. Попался? Иди, иди. Давай, стоп! Здорово, Петь! Здрасте. Тебя не узнать, я смотрю. Ты куда? Да к вам. Ко мне? Да нет, к вам, в общем, в милицию. Погоди, начал воровать? Нет. Ну а что? Да дело есть. А как вас, почки не беспокоят? Нет, вот такие больше. Давай. Здорово, Наташ. Ты что здесь продаешь? Покажи. Ну покажи, тебе что, жалко, что ли? Ну на, смотри, ничего особенного. Ты что, украла? Как украла? Мне продать велели. Кто велел? Отец велел продать. Отец? Постой, постой. А как твоя фамилия? Гудияр моя фамилия. Гудияр? А ну давай сюда цепочку. Зачем тебе? Количество дней, за которое можно сжечь все дрова, мы примем за х, то тогда у нас получается пропорция. То есть за один день мы можем сжечь 18 плюс 12 – 30. А за х мы можем сжечь 100, помноженное на 120. Получается 12 тысяч. Х равен 12 тысяч, помноженное на единицу, деленное на 30. Нули сокращаем, и тогда получается... 400! На следующую зиму хватит! Хватит! Конечно, хватит!